Платформа Перхушкова, 8 утра. Окончательно проснуться и вспомнить о мерах предосторожности в условиях пандемии пассажирам помогают артисты культурно-досугового центра «Молодежный». Возьмите масочку в дорогу и позабудете тревогу. Уважаемые пассажиры, возьмите масочку, берегите свое здоровье. Вирус он такой нахал, что корону надевал. Железнодорожную платформу для этой миссии сотрудники «Молодежного» выбрали не случайно, ведь в электричках большое скопление людей и есть вероятность заразиться. Народное творчество поможет в борьбе с коронавирусом, уверены артисты. Мы вышли специально для того, чтобы поддержать жителей нашего городского округа Одинцово. Почему? Потому что идет время, уже устали все. И напомнить о том, чтобы мы выполняли все мероприятия по защите наших организмов от этого проклятого вируса. А со стороны, как работник культуры, мы хотим песнями и частушками поддержать народ, чтобы они своим энергией, как говорится, были бодры и здоровы. И да? В масках. И в масках, да. В то утро артисты раздали более 50 масок. Сотрудники КДЦ «Молодежный» и в дальнейшем готовы проводить такие акции. Они уверены, что наличие маски и позитивный настрой – это залог здоровья. Елена Кравченко, Жанна Набок, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».